Всем привет, с вами Ира, и это мой новый влог. Сегодняшний день хочу начать с плетения вот такого феникса. Вообще планировала украшать свой стол к лету, так как у меня еще лето не наступило, но уже скоро наступит, а вы видео это видите, когда оно уже наступит, то я хотела украсить сегодня. И сегодня такая погода совсем не весенняя, не летняя, а осенняя, потому что идет дождь. Поэтому я решила сначала поплести, а потом уже буду украшать. Подписывайтесь на мой инстаграм, так как там я раньше всего показываю свои новые работы и процессы плетения. Туловище у меня готово, и я еще сплела клюв. Сейчас хочу отложить этого феникса, и мы с вами будем украшать мой рабочий стол. Я уже повытирала везде пыль, вообще поубиралась, хотя я делаю это очень часто, и в принципе для меня это, ну, как обычное дело. Вот это то, с помощью чего я буду украшать свой стол. Скорее всего, вот эти мха. Я не буду использовать и камешки, потому что их просто некуда высыпать. Я их обычно использую для фото. А из вот этого я хочу сделать гирлянду. В общем, посмотрим, и я вам потом покажу процесс и как же я украсила. Вместо календаря у меня теперь вот такое фламинго. Убираю вещи с нижней полки. И вот такой необычный кит-брелок у меня есть. Возвращаюсь к полке. Я взяла гипсовую подставку и насыпала на нее камешки. Это будет имитация каменного пляжа. Далее я немного поэкспериментировала со светильниками и с гирляндой. Сзади я поставила круги. Их я, кстати, заказывала очень дешево на Алиэкспрессе. И теперь в дело идет мох. Далее беру вот такие звездочки и вставляю их в камни. Еще у меня есть вот такие замечательные подсвечники. И мы в одном из видео с вами их зажжем. Правда, вот этот голубой не получится зажечь, так как там потерялся фитиль. Не спрашивайте, как так получилось. На прозрачные пины креплю вот такую рыбку, и я ее привязала из лазурного. У меня когда-то была большая, но она сильно запылилась и пришлось ее утилизировать. Переходим к гирлянде. Я буду использовать вот такие прищепки с фламинго и карточки. Вешаю на стену. Теперь будем с вами делать следующую гирлянду из вот таких помпончиков. У меня уже была с пчелками, но я ее распустила и собрала заново уже с цветочками. И еще одна гирлянда из вот таких ракушек. Они стоили очень-очень дешево, поэтому я купила себе две пачки. И мне пришла классная идея сделать из них гирлянду. Тоже нанизываю просто на леску с помощью иголки. Еще один морской уголок у меня есть на моей прикроватной тумбе. Эти корабли я тоже привозила из лазурного. Вот так теперь выглядит стол. Я повесила все гирлянды и украсила его. Мне очень нравится, как получилось, так как я обожаю море. Хочу с вами поделиться вот таким пушистиком. Купила его совсем недавно, он такой огромный и очень мне нравится. Мне очень нравится, как получилось, и я еще добавила вот такую чайку. Сегодня довольно пасмурно. Вообще я хотела сфотографировать тюленя, который вот здесь лежит, но будем фоткать его уже завтра, потому что завтра обещают солнце. А сейчас я хочу переложить свои бусинки из вот этих контейнеров, потому что не очень удобно. Я хочу оставить все вот здесь. Ну, пересыпать, поменять местами. У меня это бисер, и у меня есть еще один контейнер, я хочу пересыпать туда, а сюда засыпать бусины. Посмотрим, поместятся они или нет, сейчас будем с вами пробовать.
Итак, здесь у меня какие-то необычные бусинки, либо подвески. А здесь обычные бусины. Надеюсь, что так будет удобнее, потому что когда несколько таких контейнеров, то я их не ставлю всех на стол, а ставлю на кровати. Потом забываю и не могу понять, где мои бусины. Вечером я села за заполнение планера, так как он мне помогает успевать очень и очень многое. После того, как я заполнила планер, то я села за плетение феникса и сплела ему два крыла. Вот такой симпатяшка уже получается, и остался только хвост и штучки на голове. Сегодня уже следующий день, и я его начну с плетения вот такого феникса, которого мы с вами плели вчера. Нужно его сегодня закончить и сфотографировать вместе с моим белым тюленем. Зажигаю всю ту же самую свечку, так как это единственная свеча, которая подходит по цвету. Кстати, у меня вчера вышел туториал на пауков, и здесь я показывала, как переходить на второй и третий ряд кольца. Я наконец-то закончила феникса, и мне очень нравится, как получилось. У него вот такой хвост и вот такие штучки. И сейчас будем с вами фотографировать его и заодно сфоткаем тюленя. Прежде чем фотографировать готовую работу, я убрала бисер в контейнеры. Включаю лампу, кладу шелк и начинаю фотографировать. Далее я отредактировала фото, смонтировала видео и загрузила их в YouTube и в TikTok. Я еще нигде не показывала, но время от времени я вяжу сейчас. Я купила пряжу, по-моему, в воскресенье, вот такую. Связала уже две нижние лапки, две верхние, хвостик и ушко. Это будет зайчик. Очень хотелось бы за сегодня связать еще одно ушко, и тогда мне останется только голова и тело, плюс еще сборка всех деталей. Хвостик, кстати, такой маленький. Я уже очень давно не вязала, но взяла в руки крючок, и у меня все получилось. Плюс я там некоторые научилась новые столбики делать. Ну, в общем, все потихоньку получается. Хотя вначале у меня вообще ничего не получалось, потому что я никогда не вязала игрушки. Вот. Еще мне нужно начать сейчас одну амигуруми. Просто я боюсь, что я сейчас свяжу, но не успею до стрима, который я сегодня буду в ТикТоке проводить. Ну, сегодня четверг вообще. Чтобы вы понимали, вы это видео видите в воскресенье. И мне нужно сплести голову ленивца. Я решила ленивца сплести. Вот, так что сейчас убираем вязание, я достаю бисер и будем плести с вами ленивца. Я выбрала вот такие цвета. А еще я сейчас начала плести на одной леске и голову, и тело, если они стандартные. В плане я не завязываю узлы и не вставляю новую леску. Беру 3 метра, и мне этого хватает. Я вспомнила, что не показала вам, как светится мой стол теперь. Вообще, я очень редко включаю гирлянды и такие штучки на батарейках. Но, конечно же, для фото и для видео это сделать можно.
Первая часть головы готова, но этого леница мне нужно отложить, так как мне поступил заказ, и сейчас я буду плести зефирного чудика. Но только он будет мятным, поэтому, скорее всего, это будет теперь мятный чудик. Посмотрим. Вообще, он был сначала лесным, и я его плела в желтом цвете, и хотели его заказать тоже в желтом, но у меня просто нет его в таком количестве. Ленивца мне нужно закончить за завтра, за сегодня и завтра, а вот чудика я просто понимаю, что я не закончу за завтра. Просто завтра конец месяца. Я сегодня снимаю, это 30 мая, завтра 31. Вот, готового уже покажу в Инстаграме, либо в слюдином за месяц. Хотелось бы, конечно, но посмотрим. Чаще всего я плету под музыку, но сейчас я нашла видео, которое было интересно смотреть, поэтому просто разделила экран на планшете и смотрела одновременно в схему и видео. Вот такие продвижения у меня с мятным чудиком. Здесь остались детали, но сейчас я буду плести обычные ряды. Вернее, на стриме мы будем плести обычные ряды. И вот ленивец, я доплела голову и мордочку. Кстати, очень удобно, что органайзеры с крышкой, потому что можно теперь процессы свои хранить просто в ящике, а не на столе оставлять, либо вот так вот класть. Очень удобно. Я сейчас буду готовиться к стриму, и мы с вами будем вместе плести чудика. Вот здесь мои амигуруми. Кстати, обзорчик у меня есть на канале. Я вам покажу уже, как я все приготовила. Вот что у меня получилось. Осталось еще поставить кольцевую лампу. Ну и включить весь свет. Я уже провела стрим, и мы с вами вместе сплели два ряда. Все остальное я плела сама. Сейчас буду продолжать плести. Готового чудика вы могли видеть в моем вчерашнем видео, в котором я показывала сплетенное за май. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на другие мои социальные сети. Ссылочки есть в описании. И всем пока!